Ёлки-палки, опять какие-то. Опять какие-то внезапно дропы, внезапно нули битрейт. Я же забыл, что я хотел делать. И всех палкой. Эй, где мои раритеты? Видимо, вся моя удача ушла на тот мегадроп барахла. Эм, все. Шрек-то чуть-чуть. Урон наносит неплохо. Так. Монтировочка этих духов. Ты кроликом, да? Трайму реально надо с копьем ходить. Когда у меня двадцатка была, точно. Кому сказать, никто не поверит. Наверное, урон с темного элемента, да? Да, только у нас тьмой. Тьмой у нас бьет только Сатори. Кстати. Пожалуй. Можно Сатори выставить теперь. Назад кого-нибудь. Блондинку. Только что ей делать, я не знаю. Еще у нас девочка-волшебница. А, на ножке у нее. Она еще и копью. Умеет копью. Кстати, раз она умеет копью, можно ее с копьем оставить. Так как у нее очень много МП. А, но у нее всего 20. Хотя, с другой стороны, ей не нужен. Как думаешь, Алга? Может, ты с копьем ходить? Хотя, с другой стороны, у нее сейчас МП нет. Поэтому пускай она ходит. С Квинблейдом. А человека став. Фэри-дресс.
кстати. Чего-чего-чего, ну, Super Mario Land кооператив. Что-то это сложно для меня. Допустим, так сделаем. И посмотрим. А, ну у него это мистика и так. Ну ладно. Так. Надо вот это вот. Сначала вот это. Точнее, могу даже вот это снять. Permanent Activation. Интересно. Будет ли это работать, если я с ножиком буду бить? Zenhit Permanent Status Can be removed. Прикинь, у нее 34 хп. Такой-то она. Дрищ. Зато пролайс вешит. Она непробиваема, как танк. Так, тут никаких. Это единственная локация, где могут Celestial Peach набить, при этом, да. Они мне не дропают. Что печально. Тут сумаисты, каратисты. Да, я что-то не того вообще бить стал.
Сатори зарубили, да. Я вообще на скилле. Что у меня тут партия инвалидов каких-то, индукция плюс 15. Вообще эти ребята, да, могут кровь попортить. Стрэндж летит. Дай бреком. Мини-йом, масс-продукт йому. Сины. Что-то я не помню. Сины, это тоже. Забыл я что-то. Какая-то она толстая, тот же дракон. Вообще, тут самые противные это драконы. И зараза бронированная, у них уязвимости нет. Господи, когда мне целестил пич какой-нибудь упы. Так, я там же вроде все сундуки там протянись. И тут нигде нету проходов. Thank you.
дерево. Какими-то загадками говоришь. Я ж уже все забыл. Единственное, что я помню, на следующей части локации можно... Там есть противники, с которых почти 100% падает. Собаки, Церберу. Деревья, они как неуязвимы. Кстати, извиняюсь. Не помню, с какого уровня Сатори может вот эти вот спелы учить. Темные, светлые, самые элементальные, элементарные. Забыл, как их называются. Stardust как-то что-то. Нет, там болты, это они слабее бьют. Там есть вот... в особняке Ремили вот эти вот первые ангелы и демоны. У них их начальные атаки. Сильнее дамажат и меньше МП жрут. Нет, там не бим. Другой. Ну ладно, я все равно не пройду с одного подхода. Это... Night World. Мне просто импа не хватит. Так, от этих можно убегать, с них, по-моему, ничего интересного. С них точно ничего интересного. Там был рынок, по-моему, я его выделал. Да. Ну, вот это уж поинтереснее. У Марисы бомбы закончились внезапно. Может, и обычный метод с бомбами сделать? Это поинтереснее. Там, по-моему, называется Dark Shock и Stardust что-то там. У нее еще звук, как у первых амулетов Реймона.
Cool. Тьмы. Довольно бесполезно. Вот святое дыхание ей на, кстати, помогает. Считать тьмы. От света не защищает. 5-6 защищает от цвета. 4-5-6-7. Тут света все равно, по-моему, никто не бьет. Хотя нет, бьют наверху. Да вот можно, кстати. Потом у Сатурина наберется целая куча бесполезных скиллов. Она, как ни странно, самая лучшая дамагера светом и тьмой в плане магии. Так. Как нам? Чить ту плюшку. Что-то я не понял. Сюда свалиться, что ли, надо? Сверху. Да, точно, скорее всего, свалиться. Тут-то нигде прохода нет. Смешно. Слишком толсто. Падали. Что там 25%? Confusion, Blind Silence. Ну это какой-то странный набор. Silence от магии, Blind от контакта. Это обычная ключка. Весьма странный набор. По идее, Сатори может помочь, потому что она и то может. Стоп. Там еще что? Я там видел ящик. Почему бы нам по 10 раз туда и обратно не пробежаться? Это ж весело. Yeah.
Дадим призрак. Блин. Кстати, Айки может помочь, потому что у нее тоже физика и магия. Кончается. Железо, да. Лучше бы Целестиал Пичи набил. Как ловко Сатори кортиком орудует. Тебе не какие-то там девочки-волшебницы. Все серьезно. В таких местах особенно. Вот в последующих играх Сатори не будет, насколько я помню. Ха. Они подумали, что достаточно поиздевались в этой игре. Все-таки плохо, что они тут не отображают, что выбито, а что не выбито. А только на Вите сделали. У меня башка дырявая, не могу удержать в голове. Ящик. Ну, Сатори-то да. Да, просто автобой поставлю. Че мелочиться там каких-то? Наверное, первый раз, как я часто использую Айку. Статусе.
Айкон 16, почему-то 15. Так, ну тут же больше ничего нету. А, стоп. Я же сюда падал уже. Склероз. Еще один ключ. У меня есть куча ключей, но я не знаю, куда их применить. Ну да. Физика их еще ни хрена не пробить. Дальнейшая версия. Так, ну мы упали. Здесь мы уже были. А, да, водой я наплыл. Вот так, заходишь на локацию, тебя начинает вести как с картами. Потом голяк. Рэм, ты же летать умеешь. Странно. Тело. Интересно, там наверху же ничего нету. По идее. Даже никак не было. Большая карта, большая. Серпент Клайв. Блин. Даже не знаю, кому бы это могло помочь. Кстати, а куда мне дальше? Скажем так. Хотя... Можем выйти отсюда. Но все равно ни одного целестил. Ничего нет.
нету. Шесть. Хотя нет, равно надо это делать. Блин, ну вообще, отстой. Ни одного Celestial Peach не достали сделать. Единственное, что я сейчас могу сделать, это... Налево пойти. Че не по. Она не пробиваема. Я ж только скилл выучить. Надо от шарма ставить. Хотя ладно. Окей. Ладно, мы выучили бесполезный Destruction Beam. Fix Sleep, Paralyze, Silence. Вот Silence, кстати, мощный. Paralyze слишком. Жрет 10. Вообще. Что еще могу получить? Ай, по плюс 10. Ха. Чего? А, не этим Destruction Beam стреляет. Я тут только Demon Shock могу выучить. Мне в лес надо идти. Посмотрим. А то я сейчас тут буду гадать. Thank you.
А шанс 1, максимум 10%. А, нет, 10% шанс. Сейчас посмотрю сноску. Ага. 10% демон шок. Стар. Мистер Блейс, оно тоже может. Только шанс 20%. Ой. Так, стоп. Наоборот, надо убежать. Короче, вот Демон Шок надо выучить и Стар Блейс. Проще убежать. Чуть многовато противников. Саммит тут всякий. Веселая часть геймплея. Еще пару раз. О, неплохо. От них можно еще и этими учиться. О, кстати, можно... Сейчас, кстати, формейшн. Я даже вот так вот сделаю. Сатори и... Саме. Так, теперь у нас есть... Destruction Beam на самом деле не нужен. Есть у нас теперь еще стрела. Санай полетел. Тоже полезные скиллы. Они, кстати, по-моему, шансом 50% учатся. Это у меня уже есть. Это тоже. А.
счет она то все делает. Не, она умеет. Вот. Только в Санай почему-то летит. Да елки-палки, хватит в Санай это кидать. Вот поэтому я не люблю. Я не выучил. Зараза, вперед же, 90% шанс Сатори атаковать. Так, ну тут можно убегать. Сразу. Если она не выучила скилл. Я забыл. Да, что они убегают. Ну я так не играю. Все же нормально. Ладно, может Bloody Drain? Нет. Не выучу. Самая клевая фишка гейм. Сатой. Я еще не знаю, как ей физику идти. Вроде на физику надо. Вроде как. А теперь получается недоразумение. Что-то не прет вообще. Дам шанс мелкий. Есть прет.
Блин, что это, кстати, за бабы такие? Эксклюзивные противники. Во, демон шок, отлично. Наконец-то. Тут ради 25% со скорость рейта. Так. Отказ. Вода. Тьма. Видишь, он 4 стоит. Он на самом деле, у него модификатор атаки даже выше. Резкие, дерзкие. Скиллы есть, а если найду? Да елки-палки, кидай в Сатори, а. О, плазма пол. Отжали скилл. Смотри, как она еще смотрит. Странно, призраки, они в рукопашку ноль наносят всегда. Почти всегда ноль. Сатори есть смысл учить светлым и темным заклинанием, потому что она и самый сильный дамагер света. Когда мы будем с сильными демонами или ангелами встречаться, вот эти вот светлого типа, это наиболее проблемные противники будут, и единственное, кто особенно демонов сможет дамажить, это вот как раз Сатори. А, стоп, я же уже вылечил. Просто убегаю по инерции. Там, в принципе, по идее, может и Йому нормально бить, или Сакуэ, но только с мечами. Конечно, мечи есть, точнее, пушки. Так как все ангелы и демоны, они иностранные боги. По расе. Но только на определенном этапе игры. А у Райму слишком слабенький урон с магией. А, и плюс у Сатори... Единственный посох будет в игре, который экзорцизм имеет. Точнее, посохи это пушки с экзорцизмом. Ну, кроме пачульки. У пачульки там очень высокий кулдаун. Но ее спел карты, поэтому да, она особо урон несет. Так, мне осталось только земляной болт. О, отлично. Все, как я заказывал. Так, ну тут мы уже все получили, что хотел. Теперь... Осталось только светлый получить.
светлое я могу получить вот. Но тут будет посложнее, потому что противники сильнее. Мини-юг в лесу. Ракан. Баги. Что-то забавное про. Представь, фейс топором. Так, по-моему, вот здесь вот. Человек, конечно, мог бы там в Найтворке. Или как он там? Нейтворк. Не знаю. Правильно его сносить. Загробный мир. Мир духов. Ну да. И время спать. Типа. Во. А что ты еще умеешь? Ту-ху! Ни хрена себе. Shining Stars. Не знал, что он так может. Это, кстати, тоже можно выучить, но он 12 МП жрет, это по площади. Прям как Shadow Boost. Хотя его уже не выучу. Очень интересно. Ладно. Ха. Это да. Вся жизнь Сатори в этом действии. Шиник Старкан. Да, его и так выучу на самом деле. Он мне особо не нужен, мне вот точечный скилл нужен. Во-первых, много МП жрет, а сейчас у Сатори МП парни. Шиник Стар мне нужен. Точнее, Старблэк. Чё, каунтер, что ли, зови? Все. Дело сделано. Паспорта еще нужны.
Теперь у нас есть полный набор. Демон Шок 4 суток. Вообще читер. И он сильнее, чем этот болт бьет. Темный. Так. Так. Однако я... Очку супер. Так, сделаю правильно. Партия. Рейма, я думаю, мне уже не нужна. Писать на Сатурю. Пока да, уже она 17 уровня и сейчас светом будет бить, хотя на самом деле можно Рейма в качестве танка взять. Тут мистик повышает, а тут, в принципе... Ладно, можно вот так взять. Тут. Плохая сила. Хотя моя МДФ логическая атака вообще убогая. Тут тоже 38 АТК. Серьезно, 38 АТК. А, ну правильно, потому что... Тут надо вот это тапать. Мистик его гейм. Попробуем что-нибудь сделать. А с другой стороны. Сидать. Порвать.
возьмем вот так вот. Пошел. Хотя нет, лазер ставлю. Блин, да сила атаки это вообще никак. Смотрим. Хотя бы она 3 МП может перекроверить. Скром пар. Не знаю, магит бустер нужен ли. Вроде все. О, прям какая ужас какой-то. Ни одного целесил пич. Прям вообще. Ужас, ужас. А как я сюда попал? Так, здесь я уже был. Что сюда? Походу дело сюда. Я тут что-то немного заблудился. Вроде нет. Блин, куда же надо тогда падать? Что-то не помню вообще. Здесь нет. Здесь я ключ брал. Так, там точно нет. Значит, справилась. Вот, точно. Чего нет? Ну-ка, урон неплохой. Если еще и метлу нормальную дать, то там вообще.
те противники с низкой защитой. Хотя мы и так справляемся. О! О, как Сатори бьет-то, а? Прям уже человеком стала, хотя она и йокай. Прям ценный член общества. Вот масхила у них, конечно, сложно выучить. Это будет проще потом. И тем более он сейчас жрет. Офига. Я, по-моему, в любом случае не смогу сейчас выучить. Да. Смертельное мыло. Суки резист. Или смертельное письмо. Шуточки. Блин, вот у Сатори-то в два раза меньше магической атаки, а он как? Мочит. Так, тут ничего нет. Это каунтер вялый. Еще ни одного. Политик. Эбрик. А, что он делает? Лайт. Вот лайт и дарк, кстати. А вот это пойдет как раз таки. Я думал, с кого-то другого. Давай, удачи, Алга. Спасибо, что зашел. Я тоже, наверное, немножко еще сижу. Индукция плюс 15, мы так 10. Ну, индукция, я думаю, не нужна. Вот МД, да. Этим местом дефа можно пачульки взять. Вот такая плюс 10.
Забавно. Работаем. Блин, куда мне столько ключей? О, наконец-то. Кстати, тоже неплохой момент. Thank you.
иногда эти толстые деревья, но они правда к огню не сильно. Вот так. Сильно. Достаточно. Сейчас уже пойдут сильные. Типа контратакует против магии. Только к огню. Дефа много. Всех магии надо. Она травма. А то от дерева убежать не можем. Марис их с удара убивает. Может убить. Что у меня там есть? А. Хотя на самом деле можно айки вернуть и тот опорик против стуканов, хотя они сейчас уже скоро исчезнут с каунтера. Ни один элемент не уберешь, все нужно.
как понял, резист массовый. Цепл слип, паралис противить. На самом деле можно по чульке дать. Останавливаясь щитом, могут прикрываться, ничего. Кстати. Хотя... Это здесь. Тоже Accurity плюс 10. А все равно Accurity низкая. Так. С этими парнями мы уже встречались. Что-то реально некому дать. Ну ладно, на самом деле. Засада режим оканчивается.
самом деле, какой это щит? Скажу, что... Так, ну налево не пойдем, потому что надо уже стрим заканчивать. Там будет диалог. А, ну тут просто короткий будет. На этом мы закончим. Благодарю всех за просмотр. Увидимся на следующем стриме.